спасибо. Но я давно освободился от всяких амбиций, потому что я понимаю одно, что все аплодисменты всегда, если у кого-то что-то получается или получилось, все аплодисменты принадлежат только Ему. Это Его милость, это Его благодать, это Его дары, Его таланты, это все Его. Потому что все из Него, им и к Нему. И вот кто нарушает этот порядок, потом становится несчастным. А я хочу быть счастливым. Я хочу то, что Он мне дал, вернуть, что Он получил свое с прибылью и дал еще. И потом я еще буду это делать. Аллилуйя. Я так рад, счастлив, что я сегодня здесь. Спасибо, Наташа и вся команда. Здорово. Я вас не слышал просто раньше. И я не слышал. Я просто рад, что мое откровение, которое состоит в том, что музыка – это великая тайна, которую здесь на земле мы понять не сможем. Поэтому она разнообразная. Как разнообразны краски, так разнообразны звуки, стили. И все это во славу Господа. Великая многоразличная благодать Господня. Великая многоразличная благодать Господня. Я соткан из разных материй, из неба чуть-чуть, из земли. Все же я в лучшее верю, хотя она нет. И хочет, чтоб жил я при ней. Она не поймет, что не станет рожденный для неба, как змей. Небеса, небеса ждут меня. Небеса, небеса, небеса. Небеса, небеса ждут меня, ждут тебя. Небеса, небеса. Змеем воздушным не буду, игрушечным в чьих-то руках. Живу в ожидании чуда, грядущего на облаках. Земля меня вниз к себе тянет и хочет, чтоб жил я при ней. Она не поймет, что не станет рожденный для неба, как змей. Ждут меня. Небеса, небеса ждут меня. Hey.
небеса, небеса ждут меня. Небеса, небеса. Аллилуйя! И кому мы аплодируем? Тому, кто открыл нам небо. Тому, кто открыл нам небо. Он, сошедший с небес, открыл нам небо. Спасибо тебе. Спасибо, Отец, за Сына Твоего. Спасибо, Иисус. Спасибо, Ишуа, за то, что Ты пришел на эту землю и претерпел ради нас все муки ада. И Ты победил. Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня нищим благовествовать, сокрушенных исцелять. Дух Господа Бога на мне, Он послал меня пленных освобождать, темницы открывать, проповедовать лето, проповедовать лето. Проповедовать лето Господне благоприятное, проповедовать лето, проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне пришло, аллилуйя, лето Господне пришло. Пришел Иисус, лето Господне пришло, аллилуйя, лето Господне пришло. Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня нищим благовествовать, сокрушенных исцелять. Господа Бога на мне, Он послал меня пленных освобождать, темницы открывать, проповедовать лето, проповедовать лето, проповедовать лето Господне благоприятное, проповедовать лето. Проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне пришло, аллилуйя, лето Господне пришло. Пришел Иисус, лето Господне пришло, аллилуйя, лето Господне пришло. Аллилуйя, лето
Господне пришло, пришел Иисус. Лето Господне пришло, аллилуйя. Лето Господне пришло. Святий Бог, Дух Святой, Святой, Дух Святой, напої, напої живой водой. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, напої, напої живой водой. Господнє прийшло, аллилуйя. Лето Господнє прийшло, лето Господнє прийшло. Мочите корки, Игорек. Лето, 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 Господне лето к нам пришло. Лето, 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 Господне лето к нам пришло. Поздравляю всех нас с Днем Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на эту землю. Пришествие Духа Святого изменило историю человечества. Потому что тот же человек, который божился, клялся, что он не знает, потом пошел и умер за него. Почему Дух сошел? Сила пришла. Сила пришла. Сила пришла. Сила. Дух Святой. Это сила. Да, там и любовь, и мудрость, и знание, там все. Но прежде всего это сила. Доколе не облечетесь силою свыше. Доколе не облечетесь силою свыше. Мы с вами живем в прекрасное время. В 2010 году я стоял, пел на Майдане «Луна и песня над схилом и Днепра», и была молитва за пробуждение в Украине. Конечно, никто из нас тогда не мог представить себе, что пробуждение придет вот так. Но оно пришло. Почему-то, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И Бог приходится ему греметь.
И Украина погрязла в коррупции, во всех вещах. И освобождение идет с кровью, с болью, со страданиями, со страхом и смертями. Но оно происходит. И аллилуйя, сегодня инаугурация президента, который, кстати, имеет еврейскую кровь. Аллилуйя. Это тоже неспроста. Господь, давайте просто помолимся за него. Написано, молитесь за царей и начальствующих, да? Вот у меня есть сейчас в сердце такое побуждение. Я знаю, что духа нельзя угашать. Поэтому, Господь, всем святым собранием, которое Ты освятил своей кровью и духом своим, мы просим Тебя, молим Тебя за нашего нового президента. Господи, дай ему Твоей мудрости, Твоей любви и Твоей силы, чтобы навести порядок в этой стране. Чтобы эта страна жила по Твоим божественным законам. Чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную. Пусть все мятежи, все, что здесь происходит сейчас на нашей земле, пусть утихнет, и пусть все люди покаются и полюбят друг друга, протянув руки любви и дружбы друг к другу. Мы благословляем нашего президента во имя Иисуса Христа, во имя Иешуа Амашиах. Аминь. Аллилуйя. 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 И я так... Если есть еще, да, у меня одна песня? Или 21? Или... Ну, вы знаете, людей, которые дорываются до микрофона, их надо вовремя отключать. Но на самом деле, если честно сказать, я наигрался уже давно. Почему я выхожу на сцену? Потому что я... хочу видеть Божью славу. И я вижу, что когда я это делаю, она приходит. Значит, и я тебе скажу, у каждого из нас есть свое призвание. Есть свое... Здесь нет ни одного человека в зале, у которого нет своего призвания. Поэтому я желаю каждому, если ты еще его не нашел, найти его. Вот тогда ты будешь счастлив, когда ты будешь на своем месте делать свое дело. И ты будешь видеть славу Божью. И тебе больше ничего не надо будет. Ты будешь счастливым человеком. Люди много о счастье рассуждают, а одно лишь только нужно. Люби Бога и люби людей. И все. После этого делай, что хочешь. Давно погасли огни туманных надежд, давно затихли слова безумных невежд, и только мысли летят в полночную даль, туда, где зреет рассвет, разгоняя печаль. Ведь это есть она, другая страна, там, где царит любовь, там, где всегда весна, где звуки арф и труб, где ангелы поют, где Богу и Христу хвалу все воздают. Он был, Он есть и снова грядет, блажен, кто свят, кто верит и ждет. Он был, Он есть и снова грядет, блажен, кто свят, кто верит и ждет. Завтра снова в бой, снова туда, куда ведет побед тернистая тропа, туда, где горя нет, нет боли, нет слез, туда, где ждет своих Спаситель наш Христос. Он был, Он есть и снова грядет, блажен, кто свят, кто верит и ждет. Он был, Он есть и снова грядет, блажен, кто свят, кто верит и ждет. О, как ты мне нужна, другая страна, там, где царит любовь, там, где всегда весна, где звуки арфы труб, где ангелы поют, где Богу и Христу хвалу все воздают. Он был, Он есть и снова грядет, блажен, кто свят, кто верит и ждет. Он был, Он есть и снова грядет, блажен, кто свят, кто верит и ждет. На-най, на-на, на-на, на, най, на-на, 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 на-на.
свят, кто верит и ждет. Он был, он есть и снова грядет. Блажен, кто свят, кто верит и ждет. Он был, он есть и снова грядет. Блажен, кто свят, кто верит и ждет. Ты думаешь, ну я, может, еще не такой святой? Послушай, не ты, не твоя святость. Святость Иисуса Христа на нас. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Наша вера освящает нас. Аллилуйя. Слава Господу. Я очень рад быть сегодня у вас, и пусть Дух Святой, двигайся дальше и наполняй еще больше людей. Аминь. Спасибо.